Добрый день, дорогие коллеги! Спасибо всем, кто уже присоединился к сегодняшней трансляции. Подскажите, меня видно, меня слышно? Напишите в чате плюсик. Хорошо, вначале я бы хотела немного рассказать о себе. Меня зовут Александра Острикова, я сертифицированный преподаватель CAE. С Skyeng уже работаю 3 года. Занимаюсь с детьми и подростками, а также готовлю их к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Сегодняшний стрим как раз и будет посвящен устной части ЕГЭ. Наверняка для большинства из ваших учеников самой волнительной является именно устная часть, поскольку нужно быстро генерировать идеи, одновременно следить за произношением и грамматикой, и в то же время правильно организовывать свое высказывание. Вот как раз последний пункт будет в фокусе нашего внимания сегодня. Вначале мы разберем виды линкеров, а потом посмотрим, как их использовать в третьей части ЕГЭ и в четвертой. Предлагаю всем открыть документ, который прикреплен в комментариях, чтобы вы могли посмотреть все виды линкеров и примеры их использования. Готовы? Ну что ж, начнем. Чтобы речь была плавной, связанной и красивой, необходимо использовать линкеры или же слова-связки. Их существует несколько видов. И первый вид, его вы можете увидеть на страничке 3, точнее, это страничка 2, но это перечисление добавления новых фактов. Этот линкер можно разделить на два подвида. И первый подвид на странице 3 – это слова-связки, которые используются в начале высказывания. Например, to start off with, to begin with, first of all, first, firstly. Второй подвид – это слова-связки, которые служат для выражения новых идей. Страничка 4. Например, next, then, furthermore, moreover, one more point to be covered, as for, what's more, besides, first, firstly, точнее, second уже, second, third, secondly, thirdly, speaking of. Давайте теперь перейдем ко второму виду. Это выражение собственного мнения. I can safely say that, I must admit that, in my eyes, I would stress that, as for me, to my mind, personally I, from my perspective. Третий вид – это сравнение и противопоставление. While, whereas, in contrast to, in comparison with, on the one hand, on the other hand, however, nevertheless, likewise, similarly. Чтобы проиллюстрировать свою речь новыми примерами, можно использовать следующие фразы, они на странице 7. To illustrate this point of view, to back up, to support my idea, for example, for instance, such as. Чтобы рассказать о причине происходящего, можно использовать такие линкеры, как because, as, since, for, because of. Для следствия можно использовать данные фразы. As a result, as a consequence, for this reason, thus, hence. И последний вид вы можете найти на страничке 10. Эти фразы мы используем, чтобы подвести итог. All things considered, all in all, to sum up, in conclusion, taking everything into account. А сейчас давайте разберем использование данных линкеров на примере задания 3. Все вопросы взяты с сайта IA English. Очень рекомендую этот сайт для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, потому что автор, я так думаю, очень сильно постарался, поскольку все фразы, которые вот были, все вопросы, которые были на сайте FIPI в устной части, он взял и переложил в текст. То есть если у ваших готовящихся к ЕГЭ, ОГЭ есть какие-то проблемы с восприятием, вы можете им показать эти вопросы. Итак, допустим, вопрос. What do you enjoy doing in your free time? Можно начать так. First of all, I like doing a lot of activities in my spare time. И чтобы добавить примеры, можно использовать for example or for instance, I go jogging, play football, watch horror films. Возьмем другой вопрос. Do you prefer TV or the internet? Why?
As for me, то есть вы хотите уже выразить свое мнение, I prefer the internet for или because I always find some useful information for my school projects there and play online games in comparison to TV. Здесь вы уже объясняете, почему же вы больше предпочитаете интернет, чем телевидение. In comparison to TV, which I can only watch. А давайте теперь рассмотрим пример задания 4. Этот проект взят с сайта «Сдам ЕГЭ Шуя». Вы можете найти само задание на страничке 12, а вот пример использования линкеров будет на страничке 13. Я опущу вступительную часть и заключительную, они как просто структурные элементы, и перейду сразу к основной. Само высказывание можно начать с фразы «to begin with» или «to start off with». «These images are perfect for our project». И затем вы объясняете, почему же они так подходят. As, because, since, you see people listening to music. Когда вы уже начинаете кратко описывать эти картинки, то здесь хорошо сработает контраст. The first snapshot depicts a man who is wearing headphones and singing along to his favorite song. Whereas, the second one shows a rock singer. Дальше вам нужно перейти к отличиям между этими фотографиями. И следует использовать, допустим, какую-то фразу, которая выражает ваше личное мнение. I have to admit, I must stress that there are some differences between these photos. И вы приводите пример, почему. For instance, a guy from the first picture might be listening to a calming song alone, since his eyes are closed, and it seems as if he was relaxing. While, здесь опять же можно применить контраст, while people presented in short two must be listening to some energetic compositions, because they are dancing all together. Далее вы хотите выделить какие-то преимущества. И здесь тоже хорошо сработает линкер, направленный на выражение своего мнения. Допустим, in my eyes, both ways of listening to music have their benefits. To back up my point of view, I would stress that. Затем вы желаете добавить еще одну идею. И можно использовать следующую связку. Speaking of attending concerts, it's worth mentioning. И далее вы развиваете свою идею. Если вначале мы выделили преимущества, то теперь нам же нужно рассказать о недостатках. Поэтому фразы, направленные на контраст, будут как раз кстати. However, nevertheless, there are some drawbacks of these ways. Listening to music all on your own in headphones may trigger a headache or earache. As for the concerts, то есть еще одна идея, they are expensive. И вот мы подошли к заключительной части. Здесь нужно выразить свое мнение. Но прежде всего мы должны сделать акцент на том, что это последняя, финальная фраза. Поэтому нужно сказать all in all, to sum up, in conclusion, I prefer listening to music all on my own, in my headphones. The reason for this, то есть почему, is that I don't have to pay for it. And don't disturb others. На этом у меня все. Надеюсь, трансляция была для вас интересная. Делитесь этими линкерами со своими учениками. Хорошей вам продуктивной недели. До свидания.